Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим туристический карманный нож от компании «Ганза», модель J616. Поставляется нож в фирменной упаковке компании. Давайте рассмотрим комплектацию, что у нас внутри имеется. Это гарантийный талон. И также сам нож. Нож не тяжелый, вес его 99 грамм, в сложном состоянии длина ножа 11,4 сантиметра. Вот такой вот он в обычном состоянии, в разложенном. Общая длина 19,3 сантиметра. Длина самого клинка 7,9 сантиметра, толщина его 0,25 сантиметра. Вот материал, сталь 440. Так, вот ручка обычная ABS пластик. Вот, тип заточки у нас идет прямой. Вот, в принципе, нож бюджетного сегмента. Он такой вот, но опять же таки качественно сделан. Есть также прижимная пластина для того, чтобы удобно можно было использовать, транспортировать на поясе, на кармане. Тип замка, кстати, здесь идет liner lock. Вот так вот выглядит. Давайте посмотрим, насколько заточен нож. Отлично. Режет. Все. Вот так вот справляется со своими задачами. Дополнительные характеристики и стоимость такого ножа вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.